Многие высказывают следующее обвинение. Смотрите, Соединенные Штаты снова ставят знак равенства. США не против демаркации и делимитации. Почему Штаты не приходят, чтобы защитить нас? Мой коллега Арапапян множество раз говорил об этом. Этой темы касался и я, как и другие члены Совета. Правда в следующем. Армения продолжает самовольно оставаться вассалом, крепостным и рабом, враждебной для Штатов России. Армения действует против собственных интересов. Не давая тем самым возможности кому-либо делать заявление в защиту Армении. За последние 20-30 лет в международной геополитике нет ни одного примера, когда народ не встает полностью на борьбу с целью свергнуть режим, и в этих условиях какая-либо внешняя сила заставляет и говорит: «Это во благо вам, и я буду добиваться этого блага для вас, и буду делать это, хоть вы или вашей пассивностью, или вашим позволением идете по другому пути во вред себе». Нет, ничего подобного. Во всем виноваты мы. Объясню, как работает американская политика. Если есть союзники, которые объявили о своем союзничестве, начали союзнические отношения, и эти союзники представляют свои требования, свои просьбы, свою позицию, которая исходит из их интересов. Даже если противник этого союзника также является союзником Соединенных Штатов, они выступают в качестве посредника и предлагают усилия, по меньшей мере на протяжении последних 30 лет, чтобы обязательно защитить интересы более слабого союзника, чтобы они не были попраны со стороны более сильного союзника. В данном случае они пытаются сбалансировать. А если врагом их союзника является также их враг, то безоговорочно защищают своего союзника. Или та ситуация, когда сегодняшний режим Армении требует демаркацию и делимитацию, то, что идет в ущерб Армении. Весь народ не осознает, что это означает, и не восстает против этого. Что должны сделать Соединенные Штаты, кроме того, что делали до этого? В любом случае оказывать давление, но они не могут полностью приостановить этот процесс. И они ясным языком говорят: если вы этого хотите, и народ своим молчанием согласен с этим, значит, я помогу, чтобы ваше желание было исполнено. Тем не менее, хоть мы не осознаем наши интересы, крайнее ослабление Армении идет вразрез с интересами Соединенных Штатов. И этим обусловлено, что Армения, будучи союзником врага США, все же удостаивается помощи Штатов. Мы не ищем нового колонизатора. Соединенные Штаты не являются где-либо колонизаторами. Нет ни одной страны, на которую вы можете указать и доказать, что она является американской колонией. Мы хотим быть свободными, независимыми. И армянский народ хочет, чтобы Соединенные Штаты были достойным союзником. Альтернативы нет. Россия сама своим выбором предала нас, сдала нас врагу и каждый день еще больше сдает. О каком русофильстве или русофобстве идет речь? Есть реальность. Реальность заключается в том, что Россия сегодня выбрала антиармянский путь. У нас нет альтернативы. Есть только один путь. Свободная, независимая Армения с сильными союзниками.